Боже мой, во-во, храм, в котором я, в общем-то, работал долгое время. Вот это часовня, а вот это сам храм. Вот он, сам храм, вот памятник архистегериту Михаилу, короче, архистратигу этому Михаилу. Он с мечом стоит и с большим крестом. Вот он такой большой, тут часы, большой храм. Территория вокруг, все огорожено. Вот тут гериатрический центр, там еще центр. Большая, громадная территория. Вот я здесь сидел вот в этой вот арочке. Я даже это на одном, кстати, я иногда выходил из этой штуки, и я в Дискорде показывал, я видеотрансляцию небольшую вел по храму. Ну, как бы вот по этой территории. Я открывал ворота вот здесь. Вот здесь открывал ворота, здесь большущая, гигантская территория, несколько зданий, то есть... вот они, вот они. Да, это новодел. Вообще, первая версия церкви была воздвигнута в 1990, вроде бы, втором или первом году. А потом ее... не... часовня вот здесь была такая деревянная. А потом ее несколько раз переделывали, и это вот итоговый вариант, соответственно. Здесь все выполнено. Все здания на этой территории выполнены в таком стиле. Это красный кирпич с черными вот этими такими накладками странными, довольно странными. Ну, архитектура, они довольно странные, просто... там, в конце концов, оказываются разные проблемы с таким устройством. Ну, крыш. Крыши немножко нестандартные, поэтому они то протекают, то еще что-то происходит. Это храм для блатных? Нет, это вот один из самых таких клевых храмов в пригороде верхнем от Питера. Ну, то есть это к северу от Питера один из таких самых нормальненьких храмов. Александр пишет, странно, что Шадов после такой красоты не уверовал. Это просто деревенский храм, это, ребят, это просто деревенский храм над Питером, если что. Обычный деревенский храм над Питером. Часовня приятная, а сам храм очень шумный по стилю, много мусора. Ну, часовня попроще, да, часовня попроще, но вот храм типа мощный такой. Опа, вот это зимой он так выглядит. Зимой он так вот выглядит. Здесь часы дорогие, кстати, часы были задоначены. Тут, кстати, дом чей-то в том же стиле выполнен. Я, кстати, не знаю, может быть, из наших. Кто-то. Нормально, нормально зимой выглядит. Почему? Как мы на зиму-то переключились? Я не понял немного. Бля, вернемся в лето. Можно сюда? Так, ладно, поехали из храма. Поехали из храма. Здесь еще у нас один храм. У нас в Токсово есть еще один храм. Подождите. Вроде бы уже католический. Сейчас, давайте переместимся. Ка-визит Токсова. Нет, 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 нет. Да, давайте на дорогу. Ну, вот она. Докинул. Спасибо, Сергей. Сейчас посмотрим. Докинул. Вот здесь меня не было. Здесь я никогда даже не был. Пятерочка тут какая-то даже есть. Прикольно. Ну, здесь пригородная часть. Чей статуй стоит с креслом? Да, я эту церковь охранял, собственно, да, я был охранником этой церкви. Так, Архангел Михаил, да, стоит. А чья статуя? Понял, понял вопрос. Токсовская больница здесь, все, я выхожу на эту дорогу, эта дорога мне нужна. Во, кстати. Стоп. Здесь уже, кстати, все исправили. Здесь у нас красивые загоны такие. Все, здесь исправили. Это почта. Она очень плохо выглядит, конечно. Почта в плохом состоянии. Мы сейчас в деревенской части города. Не, место хорошее. Я отсюда и съебывать не хочу по этой причине. Хорошее место довольно-таки. Магнит. Ну, тут немножко изменилось. Здесь место зоомагазина. Нет, зоомагазин, магнит. Здесь еще какая-то кафешка появилась нормальная. Это деревенская часть Токсова, ребят. Сейчас мы просто к храму идем. Вот храм еще один. Бля, его не видно, правда. Токсовское кладбище, у меня там батя лежит, блин. Вот, лютеранская церковь, надо бы сюда зайти. Давайте лютеранскую. Опа! А, вот она изнутри. А в нее только изнутри можно увидеть, видимо. Лютеранская, она такая победнее, видите? А это даже, блин, это даже не католическая, это лютеранская, а? Всегда забываю. Вот она намного проще, чем как бы православная. Православная, она вообще внутри пафосная. Вы просто там бум, заходите, там, короче, там вообще все в золоте и так далее, так далее, так далее. Здесь такая простая, простая церквушка, но она прикольная. Она прикольная, правда, она немножко разваливается уже. Ну, вот две церкви на одной территории. Здесь органные концерты, там органные концерты. Что хотите? Производится. Что, давайте больницу посмотрим нашу. А, до больницы не дотянем. Администрацию давайте посмотрим. Ну, вот такие домики есть здесь. Много деревянных домиков вообще на территории. Военная часть здесь находится.
Вот памятник Токсовский военным вроде бы он посвящен или нет, ну просто буква Т такая. Ходишь на органные концерты? Не, я далеко не хожу. Администрация такая довольно простая у нас, вот такая вот. Там куча деревянных домов. На самом деле здесь огромное количество всяких домов, которые построили себе всякие вот богатые чуваки. Очень много богатых всяких домов. Вот там целые особняки бывает находятся на задней территории. Там тоже некоторые озера есть и куча особняков всяких. То есть вот сейчас здесь где-то озеро. Коровий пляж. Да, давайте где-то в Коровий пляж сюда придем и посмотрим, что здесь можно увидеть. Это еще одно озеро. Здесь много озер, на самом деле. Здесь не Хипоярви, здесь не два озера. Здесь очень много озер, короче. Так что, ребята, вы не обольщайтесь. Я в охуенном месте живу, на самом деле. То есть, это хорошее место. Я бы далеко отсюда уезжать не хотел. Здесь и леса рядом, и дома, и цивилизация, и продукты. И вот можно погулять, выйти сюда, на озеро. Что хочешь, можно делать. Классное место, на самом деле. Воздухом подышать можно, свежим. Только я пока не вижу. О, вот домик. Такой обычный домик, как бы в лесу. В лесу Питера. В лесах поблизости Питера вот такие обычные домики стоят, огороженные. Нормальное дело, как бы, нормальное дело. Но тут есть где-то вообще гигантские особняки. Вот, тут тоже такие домики прикольные, типа, правда, мы них хера не увидим. Вот домик, простой домик. Очень много деревянных домиков. Это не город еще. Это еще не город. Это не городская часть. Ну ладно, давайте вернемся тогда вот сюда. Такс, куда же мы пойдем-то тогда? Вот сюда давайте, администрация города. Ну, вот она, эта часть городская. Привокзальная улица, давайте. Ух. Вот, кстати, это Сталинки вроде бы, вот так выглядят Сталинки, вот здесь люди живут. Там, где нормальные дома, туда не пускают, стоят шлагбаумы. Да, был, есть такая тема. Где богатые дома, туда даже не пройти. Есть такое. Вот такие вот Сталинки здесь у нас стоят. Нормальные дома, нормальные домики такие прикольные. Там улица, где высокие дома. Сейчас пройдем по ужасному забору, отвратительному, мы его пропустим. Это вроде бы хрущевки, да, обычные здесь стоят. Здесь хрущевки настроены, несколько хрущевок. Бля, тихо. Это не Сталинки, не? Это что-то другое? Я хрен знает. Я хрен знает, Александр, я не разбираюсь. Обычные домики у нас здесь такие вот. Вот это уже городская часть, короче, идет. Сейчас мы пойдем вот сюда. Давай, выходи на дорогу. Там забор и охрана, да, есть такое. Биюша пишет, это Сталинки. Я просто думаю, что это Сталинки. Серьезно, я думал, что это Сталинки. Я видел, как Сталинки выглядят какое-то время. Вроде похоже. А это не Сталинка, это вот такой обычный дом ужасный. Такс. Ну, давайте еще просто посмотрим. Ну, я просто думал, что это Сталинки. Сталинки вроде трехэтажные, ну, может быть, сделали исключение и сделали двухэтажными. Ну, вот это Хрущев. Вот это Хрущевки вид. Это видно Хрущевки обычные. Вот я некоторое время снимал в этом доме. Некоторое время снимал в этом доме. Вот такое вот. Там очень плохие квартиры. И здесь несколько таких домов стоит. И сейчас я покажу, в каком доме я еще снимал большом. А где я сейчас живу, я не скажу. Не буду палиться, не скажу. Такс. Вот я еще в этом. Вот здесь новострой пошел. Вот здесь новострой. Несколько домов новых построенных. Я вот здесь вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот был. И снимал я квартирку вот в этой части дома. Давай сюда. Во. Во, вот я вот здесь снимал, вот в этом окне я из этого окна стримил. Вот из этого окна я, короче, стримил, ребят. Соответственно. Да меня уже убить хотели, Батхёрт ТВС, что меня убить хотели. Стримил из этого окна, вот здесь кухня находилась большая. Хорошая квартира здесь находится. Внизу ничего нет. Внизу, смотрите, в чем фишка была предыдущей квартиры. Почему предыдущая квартира была крутая? Почему? Потому что на нижнем этаже не было никого.
Я стримил в этой комнате. Вот в этой комнате, вот здесь за стенкой, никого нет. Внизу никого нет. Сбоку кухня, кухня этой же квартиры. И только сверху меня кто-то мог бы услышать. А, вот. А, вот, соответственно. Ну и вы видели эту штуку, наверное, из окна тоже. А, здесь очень большой дом круговой, вот такой вот. И здесь внутри въезд, соответственно, есть. А, ну вот, краткая экскурсия по Токсово, думаю, прошла успешно.